период пандемии владельцы четвероногих друзей столкнулись с проблемой. Как выгуливать питомца, если запрещено выходить из квартиры? На помощь саровчанам пришли волонтеры. В рамках акции «Лапы помощи» они гуляют с собаками заболевших и тех, кто находится на карантине. Дали клич, и я прям сидела, плакала. Обратилось очень много людей, именно которые хотят помогать. В общем, сейчас нас уже 31 человек. И тоже хочу сказать им огромную благодарность, потому что люди отзываются тут же. То есть я только звоню, что надо гулять с собакой. Они говорят, хорошо, когда, чего, давайте координаты, и мы идем. Эту акцию клуб собаководства «Акбар» представил на областной конкурс «Меняющий мир» в Нижнем Новгороде. По итогам клуб наградили памятным знаком общественного признания за участие в развитии добровольческого движения в регионе. В номинации «Свои герои» победителя выбирали путем голосования. Мы совсем чуть-чуть не добрали мы 2 голосов до первого места. Вот совсем прям каплюшечку. Но заняли мы 2 место. Вот. Но все равно рады, потому что из куча участников, там что-то около 200 было. 2 место занять, я считаю, прям для нас хорошо. Это 2 конкурс, в котором клуб пробует свои силы. Осенью «Акбар» победил в городском конкурсе «Доброволец Сарова-2020» в номинации «Организатор добровольчества». Там тоже надо было рассказать работу свою. В общем, рассказали свою работу, потому что, по сути, наша добровольческая деятельность уже лет 10. Вот, рассказали и тоже выиграли. Благодаря участию в таких конкурсах о добровольческих организациях узнают все, кому может понадобиться помощь, считает руководитель клуба Светлана Романова. В 2021 году клуб «Акбар» будет бороться за победу в конкурсе «Доброволец России». Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.